Ну что, понеслась, блед? Что там у нас? Осень еще, да, друзья? Следующая неделя у нас, наверное, будет неделя вышибал. О! The Eliminator begin! О, да! Так, хорош. А где это ты, человечек, там катаешься? Ну, понеслась, братиш. Ой. Хорошая попытка. In 400 meters, turn right. Карту бы глянуть. Короче, будем надеяться, что мы едем не в дно зону. Нет, мы едем совсем не в дно зону. Ой, котел, в смысле, а не дно зона. Дно зона то другое. Так, что-то там много деревцев. Ой. Хорош. Так. Притормозил, даже подождал, какой смелый. Надо будет на каком-то этапе глянуть. Где едем-то? Диагональ, 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 сложно. Уже нет времени смотреть. А мне вниз на дорогу явно. Понял. Бля, пока что я сам себе лошара. В общем-то проигрываю. Хотя уже не факт. Так. Нет, уже не проигрываю, уже все хорошо. Ага. 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 Ну да, ну да. Блядь, нет, нет! Нет! Дай скорости! Извини, друг. Ух, это было на тоненького, а? Под такую шикарную музыку. Извини, друг. Так, броулер. Да, вот здесь уже на скилле реально увидели, как на туненького просто. Четверка это вам не пятерка.
особенно осень. Так, где там следующий? Я извиняюсь, а где мы ехаем? Или мне кажется, или там охуевший? Что-то я перебздел. Да, тут таки охуевший. Мне не показалось. Уруру ебаный. Уруру, я вас всех уруру. Так, там где-то дом. Поэтому, блядь. Вот этот дом. А шик. Там разве можно так срезать? А. Друзья, как он телепортнулся? Плыл по воде и вдруг телепортнулся. Нифига не понял, ну ладно. Это странно. А вот это вот хороший клиент. Надо бы сопроводить его. А он, кажется, тоже приехал, да? Альфа-Ромео или Уруру? Пожалуй, Альфа-Ромео. Что-то хуйня, что это? Хуйня. Так, дядь, а ты жив или ты все? Твой путь окончен. Твой путь окончен, я понял. Хотя что-то долго. Ой. Тут прямо и досрочные можно организовать, я смотрю. Если я, конечно, выживу. Такое маленькое но. Я видел там кого-то. Но больше не вижу. Понял. Уебываем отсюда. Приятное тут местечко, и самое печальное, что сюда придется опять, возможно, ехать. Ух ты, капельки, да, как красиво на машине. Собрались. Xboxer. Вперед. Так, это Audi. Резка, которая ебашит. Она меня изнасилует, друзья. Так. Дружок, не хочешь, да? Ой, тут очень спорно, друзья. Хорошая попытка. Что, еще разок попробуем, дядь? В принципе, вот так я готов. Нет, не готов. У Арины всегда свое мнение на все, блядь. Обдри. Давай! Фу, кажется, пронесло. Пронесло. Извини, друг. Понимаю всю твою боль. Оу, май. А вот это уже интересная техника. На этом и на топ можно съездить.
Так. Не надо пробития. Было близко. Вовремя притормозил. Сука, топ песенка. Композиция, извините. Какая нахуй песенка? Ой, блядь. Хорошо. Эти смелые ребята, вы знаете, очень смелые ребята, отважные, просто обоссаться. Что он себе думал? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, блять. Дает 10 очка. Так, до свидания. Такой наивный. Оу, май. Остался один где-то человечек. Ну что, дядь, порешаем наши вопросы. 18 секунд. Хочешь на топ съездить, падла? Ладно, хрен с тобой, уже нет времени. Не, надо все равно к нему подъехать. В лесу засел там, да, зараза? Подсейвился. Я просто решил не рисковать, друзья. Что-то, знаете, чуйка. Чуйка говорит, нахер, не рискуй, друг. Можно было и рискнуть. Final showdown. In 3, 2, 1, go. Turn around when it is safe to do so. Попиздували. Работает, блин, камни это просто переворот в любом случае. Нахер объезжаю по дороге, блин. Да, дядь, ты, конечно, поехал в самое ебеня, я тебе говорю. Та-та-ра-та-та! Тра-та-та! Так, ну понятно. Какая грация! Какой полет! Вставайте, пацаны, вставайте!
кто хотел, вставайте. Мы все равно попадем. The eliminator begins in 5, 4, 3, 2, 1, go! You're... Давайте немножко более колбасни. Попсятинки немножко подсыпем. Ой, что-то я прощелкал тачку. 15 человек, ёбушки-воробушки. Ауди РС-ка. Привет, очи. А мне кофеёк сделали. Точнее, шмурдичина. Капучино, шмурдичина. Четырнадцать человек уже. Кто-то на Субаре шестом. Понимаю. Порше Панамера. Не хотелось бы на такую нарваться. ГГ. А. Вот так же пересрал, как и я. Я заглох. Отлично. Ща как апнусь, а вон еще кто-то едет. 12 человек. Так, ну тут тоже. Если бы по тачке поперло, можно было бы думать о досрочнике. Спасибо, 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 спасибо. Жигалитик, Света пришла. Света пришла? Блядь. Гамандикс, привет за билетик. Спасибо большое. Да, это на генератор, который сейчас лопочет там. Спасибо большое. Так, этот готов. Сейчас мне дадут гиперкар. Что дают? Шеви и Бала. Здорово, спасибо. А, это другой же, понятно. Так, вот это я там зачекаю. Опа! Блин! Так же, мимо? Ха-ха-ха, лошпед. Субару или Порше. Я не уверен, что я сделал правильный выбор.
Ну ладно. Панама быстрее, но это типа стабильнее. Тут лес, я смотрю, поэтому я решил вот так сыграть. Так, там хай-левелов парочка есть. Надо их выцыганивать в лесу. Прям совсем в лесу. Наверное, надо было Порше брать, друзья, если честно. Так, он кто-то кого-то уделал, и это... Сейчас десяточкой будет уебывать, наверное. Что-то не показали, кто это. И где он? Это Дельта. Ты же меня увидел, Дельта? Ага, ты тоже шкеришься. Блин, ну она быстрая. Где он? Я его не вижу. Вон он. Он так сел, что нереально будет. Блин, он быстрее. Нет, я не выживу против него. Никак. Был бы я на Порше, еще может... Опа, 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 па. Нахуй иди. Там камни внизу, там камни внизу. Отлично, дерево, красавчик. Все, мы его забираем, друзья, его тачку. Хоть она пизда противная, но нормально, отлично его. Обманул, обманул. Хорош. Это было рискованно, конечно. Он пиздует, ты шо, против после этой тачки? Против этой. Не, лянь, чё нахуй вепря. В лесу вепрь сосет. Это полевой аппарат, стопудово. А у этого мало держака, пиздопротивный, но... Зато валящий. Так, а ты там... Там тоже хай левел. Нет, там не хай левел. Подумаешь, что я третий уровень. Давай, поднимайся. 500 метров, нам вниз. Ой, 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 ой. Спасибо за десяточку, друг. Но он, кстати, тоже хорошо сыграл, если честно, он боролся. Андрюха. 0-1. Отлично, заебись. А где сидит еще один хер его знает, где-то засел. В принципе, это уже не особо имеет значение, нам уже как-то похую. Вон он. Вон он где засел. Шкерился хер знает где. По зоне идет. Сейчас Арина его выбьет нахер. И на этом все. Будет забавно. Да, Арина, кажется, кого-то сейчас порешает. Че, мне не придется на топ ехать? Да вы гоните. Блять, вы знаете, такого вышибала у меня еще не было, друзья. Prepare to the final race.
Такого топа у меня еще не было. Челик скерился, блин. Отлично. Выпьем за здоровье этого хлопца. За здоровье этого добряка, да? И разработчиков Gravel, да.